Добренькое утро. Добренькое. Ну как вам, скажи? Хорошо, свежо. На плавах. Я бы сказал, что я готов совершать следующие монголо-татарские набеги. Да, я сейчас вам дам капсулу. Вот такую вот, смотрите. Ох, как такую интересно. Таблетку, да. Это вам разделить Лёне надо напополам. Потому что, ну, с одной можно, ну, отъехать. Морфеус, я ждал твоего появления. То есть вот, просто порошок горький, надо его, короче, разделить напополам и съесть. Черт возьми. Чтобы проверить, потому что если будет все хорошо, то завтра утром, не за пару часов до концерта, можно будет, и прям вы выдадите так, что прям вообще. Отлично. Леонид, так вот, подсыпал да. Ребятам вещество, чтобы ребята знали вообще, как с веществом жить. Это необычно. Предлагаю туда вонзиться. Ребятушки, нам обязательно нужно поменять струны перед концертом, потому что иначе быть не может. Что ты думаешь, Дан, по поводу вот когда струны варят, например? Варят? Ну, что можно сказать? Это определенный процесс, который никогда не встречался в моей жизни, лично у меня, я никогда не понял, но знал людей, которые этим занимаются. Ну, что можно сказать? Специфический подход. Я думаю, что всегда это связано с бюджетом, выделенным для весового вокального струнного блока. Мне кажется, лучше не жалеть денег на это дело. Ставить все-таки свежие новые струны, потому что звук ты не повторишь никогда. Такой, какой был у новых струн. Соответственно, относясь с большой любовью к своему инструменту, лучше обновить. Любовь, да. Твоя любовь — это твой инструмент, в котором ты проявляешь, соответственно, свою музу. Вот. Так что лучше поменять. Ну, собственно, что мы сделаем. Сейчас заменим. Не на правах рекламы, но еще раз скажу. Лучший Ernie Ball может быть только Ernie Ball. Согласен. ФСБшник команды, он сдает трамп. ФСБ готово? Да. Отлично. Два, четыре. Сегодня первый день феста, мы идем на разведку, так сказать, и положим мерч. Вот везет мерч, парень. Что везешь? Я везу колбасу. Колбасу. Юбки. Он везет колбасу цыганам, цыганские юбки. Вот. И поставим весь наш кал. И угорим. Сегодня будут интересные банды. Сегодня мы кутим. Завтра отоспимся и ударим как следует. Послезавтра тоже кутим. А потом приезжаем и на энергии на этой, ну, что-нибудь запишем. Вызовем стану, как говорит Сергей. И что-нибудь запишем экстремальное. Если вы ищете свой банк, вот он у меня.